Не могу пройти мимо того, чтобы не назвать еще раз всех актеров, которые сегодня принимали участие в этом спектакле, поименно. Петр Янышев, салам алейкум. Наша неподражаемая Аночка. Луиза Абасова. Идеал скромности. Балетмейстер нашего спектакля Александр Рубенчик. Григорий Деметр. Непревзойденная Лерочка Янышева! Наш самый многообещающий, самый, что ни на есть, самый, да? Обещал следующему спектаклю побриться. Мануэль Джалакаев! It's fashionable. Ну просто слов нет. Наша Патриночка Аглу! Руслан Лавай! Зинаида Осипова, она же Биби. Господин 420. Арсен Дарчиняс! Рада Гашпаревич! Патрина Аглу! Но я, может, хочу тебе еще раз объявить. Еще раз Патрина Аглу! А теперь Патрина Жаркози! Руслан Румянцев, Петр Михайлов, правильно, она невесточка, да? Невесточка. Балетмейстер нашего спектакля Анжела Лекарева. Сержо Сураков. Заслуженная артистка России Татьяна Туманская. Андрей Жемчужный!
заслуженная артистка России Татьяна Репина. Заслуженный артист России Артур Булдыженко. Внимание! Народный артист России Моисей Оглу. Спасибо. Дорогие друзья, мне так бы хотелось все отметить дебют художника-постановщика. Это Настя, Анастасия Романцова. Хотелось бы ее видеть и искупать ее в овациях. Вот она. Настенька, браво! Наш звукорежиссер Евгений Баранов. Помощник режиссера Елена Персианцева. Леночка, подарите свою улыбку. Заведующий художественно-постановочной частью Светлана Маленковская. Светочка, вот она машет рукой. Автор стихов, песен нашего спектакля Ратмила Богданова. Радочка. Драматург, заслуженный артист России Николай Лекарев.